такого ще не було з часів кризи 2008 року. Машини викрадаються частіше, навіть з платних стоянок, навіть з парковок. Причому апетити крадіїв стають все більш вишуканими, все більш вимогливими. Так одним словом, як вивести своє авто з-під удара? Усе це ми запитаємо нашого колеги, тележурналіста Костянтина Стогнія, якого ми вже раді вітати у нашій студії. Доброго ранку, Костянтине, дякую, що завітали до нас. Ну, ось бачите, як вийшло, почастішили дуже багато крадіжок автомобілів, і при тому, що такі машини викрадають, ну, ніколи би не подумав. На які марки, ви знаєте, найбільше от полюють крадії? А ви говорите, викрадають, які б ніколи не подумали, це що ви маєте на увазі? Ну, якісь дуже-дуже дорогі, які, напевно, там мають таку систему захисту. Бачите, коли ми говоримо, ми не дуже уявляємо про що. Тому що вганяють найбільша кількість угонів. От з початку року цього угнано близько 600 машин у місті Києві. Так. От, лідером, безумовним лідером є ВАЗ-82 угони цього автомобілю. Це безумовні лідери. Тому сказати, що якісь унікальні автомобілі, не можна. Тоді ж я запросила, щоб уточнити. Тоді могла уточняю. Уявити. Так. Так що це ви могли уявити, це я вам одразу тоді говорю. Можна. І це не новина, завжди вганяли ці машини, тому що їх простіше за всього. І всі аматори, і за багато років існування цієї марки вже на автостанції. І кожен сам може зупинитися в дорозі, ремонтувати. Він знає, як відключити, включити, дуже просто уганяти. Я думаю, це пов'язано із цим. Тому лідером являються ВАЗ. Серед іномарок це Toyota, 62 випадки таких угонів у нас є. Але проблема не в тому, які марки вганяють, а в тому показниках. Я думаю, ми повернулися, коли я прийшов в міліцію, то це показник 95-го року. Лихі 90-ті, коли у місті Києві уганялося приблизно 10-13 автомобілів тоді за добу. І зараз от така у нас співпадіння, дивився у вас про містику трошки сюжет. От 13 травня. А цього року угнано у місті Києві 13 автомобілів. Слушайте, ну у нас з 95-го года вроде бы даже появилась целая инфраструктура для того, чтобы защищать автомобили от угона. У нас есть какие-то охраняемые парковки и так далее. Все это является панацеей, на ваш взгляд, от того, чтобы... Ну вот и зашел на сайт милиции, посмотрел там рекомендации, которые дают там ГАИ и так далее, от угона и всякие вещи. Они не изменились за последние 25 лет. Вот то, что было 25 лет. Смотрите внимательнее, оставляйте под охрану, не давайте чужие ключи. Вопрос вообще не в этом стоит. Вопрос, он значительно глобальнее. А в отношении в обществе, в милиции, какая милиция там? Ее разгонять надо, набирать новых надо. Вот в этом вот весь вопрос, как остановить криминогенную ситуацию. Потому что вот показатели с автомобилями, и с убийством я всегда расцениваю, и многие аналитики расценивают это как лакмусовую бумажку ситуации вообще с криминогеном. Потому что смотреть статистику, тут за этот год, криминальный и жесткий год, когда война идет в Украине, у нас на 37 тысяч сократилось количество преступлений, если посмотреть статистику. Вы можете в это верить? Я не могу. Люди на улицах не могут поверить. Вот. И тяжело проверить, где фальсифицируют статистику. И таким показателем являются как раз вот, когда мобильный телефон украли там или у кого-то незначительно, люди, да ну не найдут, не будем обращаться. Вот оно скрыто. Но оно есть. Автомобиль, когда угнали, никуда не денешься. Поэтому вот как раз, вот вы вспомнили, как раз показателем тогда... является, я закончу свою мысль, угоны автомобилей, потому что их скрыть нельзя, и убийство. Вот их тоже тяжело очень скрывать, их нужно регистрировать и нужно пытаться раскрывать. Да. Поэтому по этим показателям смотрят на криминоген. Но все остальные мелкие, они прячутся, и поэтому вот они не отображают реальную картину. Что вы спрашивали? Я говорю, что вы 90-е вспоминаете, тогда хитростью одной было популярно это милицейскую фуражку положить куда-нибудь. Это 80-е, противоугодная система такая. Вдруг сработает, вдруг решат, что органы, и решат не связываться. Какие-то такие хитрости сейчас используют? Кто-то там возле отделения милиции паркуется. А вы знаете, милицейскую фуражку опять, я вот привык со всеми спорить, наверное, может. Давайте это спорьте, не, да, это нам нормальное нравится. Качество. Милицейскую фуражку всегда ложили для того, чтобы когда гаишник остановит, то он типа свой. А кто ты, что ты? Начинается разговор уже, диалог. И человек, водитель втягивается, как будто свой уже, и ему меньше штраф выпишут. Вот, да? А можно было так, да. А вот насчет угона, оно вряд ли действовало, потому что босики как раз не любили людей в погонах, и поэтому, увидав фуражку, еще и били специально окна. Поэтому тут в данном случае это не противоугонное средство. Сейчас, когда мы говорим о противоугонных вещах, то я склоняюсь к мысли о том, что нужно не на человека, не на гражданина возлагать основную ответственность, хотя он тоже виновен, потому что я склоняюсь к мысли, что
все-таки человек, который не заботится о своем имуществе, не достоин его иметь, да, с одной стороны. Но с другой стороны, вот для того, чтобы бороться с криминалом, на гражданина нельзя это возлагать. На это должна быть милиция реформированная, правильная. Как это сделать? Отдельная тема вопроса. Второе. В автоугонах должно быть все же преобладать, ну, страховочное вот раскрытие. Я поясню, в чем мысль. Когда люди страхуют свой автомобиль, у него угнали, он написал заявление, так, милиции зарегистрировали, он с этим заявлением пришел в страховую, меня угнали, тут же ему должны выдать деньги. Это не проблема гражданина должна быть, потому что зарабатывает страховая компания, государство должно обеспечивать безопасность гражданина. Он получил деньги, он свободен в данном случае. Страховая компания нанимает хороших специалистов, юристов. Поправки надо вводить в реформирование милиции. Не вот это профанированное, что там милицию изменим, наберем новую и все. Она должна на всех уровнях идти. Разрешить страховым компаниям заниматься определенными видами деятельности в расследовании, когда они наймут хороших детективов, и они займутся расследованием. Тогда страховая компания найдет этот автомобиль, у нее значительно больше средств и ресурсов, и умных людей будет. И в то же время гражданин. Не бабушка с дедушкой будут пойдут в суд, и когда у них пропал автомобиль, потом задержали этого угонщика, и они в суде будут пытаться отстоять свое право на компенсацию денег за угнанный автомобиль. Они никогда не докажут в суде, они не будут ходить. А вот страховая компания со своими юристами, она возьмет имущество у этого угонщика, опишет его, компенсирует, и ему будет неповадно, и всей его семье будет неповадно. Это убытки, понимаете? Слушайте, ну с вами сложно поспорить, но вы предлагаете вот как раз-таки системный подход. Конечно. А вот нас смотрит конкретный Иван Иванович. Он смотрит, думает, слушайте, ну если Константин Стогни не может мне посоветовать, как мне защитить свою ВАЗ-2109 или, условно говоря, Тойоту, которая на втором месте по количеству угонов, то кто ж мне посоветует? Я с вами не согласен, потому что если я буду советовать конкретному Ивану Ивановичу, то этот ВОЗ будет как 25 лет назад стоял. Вот те же рекомендации, я их распечатал, там, оборудовать автомобиль не только сигнализацией, механическими средствами, не оставляйте ключи на СТО. Но вот это будет, этот Иван Иванович будет так из года в год, 100 лет еще будет бегать за своим автомобилем, если не будет системных изменений. Костянтина, ну а ось ця супутникова система стеження, вона працює? Вы видите, угоняется в основном ВАЗ. Супутникова система стеження за ВАЗом, вона буде стоїти дороже, ніж автомобіль. Ну, дорогі машини оборудуються, але я вам скажу так, коли придумують якісь міри защити, то одразу ж знаходяться міри. Як придумують якась болезнь, одразу таблетки з'являються проти неї. Те ж саме стосується і цієї сфери кримінальних взаємовідносин. Тому ми робили такі експерименти, експерти надзвичайних новин нас приглашали в різні країни і участвувати в цих експериментах, в тому числі, коли запускали системи навігації і спутникове слідження за автомобілем. Как только это стало новинкой, продвижение ее было, и меня приглашали продвигать. Говорят, вы можете украсть автомобиль, который будет оборудован? Я посоветовался, работал в милиции, не позволяло тогда совмещать творческую работу и работу в органах. И мы нашли Босякова, я говорю, слушайте, вот вы бы могли, которые освободились уже? Не-не-не, мы завязали. Я говорю, слушайте, нам предлагают вот деньги. Вы не поверите, вам милиция на полном серьезе. Вот вам чемодан денег, вот вам автомобиль, да? Да, я так и говорю, вот можно заработать честным способом, потому что компания для продвижения уверена, что у нее система настолько серьезная, что ее не угнать этот автомобиль. Но почесали они, говорят, начальник, ну можно. Вот, и я рассказал. Скажи, это было где-то нулевые годы, вот 2001, наверное, вот, как раз начали продвигать эту систему. Понимаете, методов не хочется же сейчас вооружать тех, кто есть. Я вам самый примитивный и простой. Пойму, насколько человеческий мозг. Вот, автомобиль дали тогда как раз Тойоту, оборудовали всем, говорят, вот она на такой парковке, такой вот у вас 3 дня там сможете. Не стало автомобиля, где делся, не знают, спутники не знают, ничего не знают. Они ко мне, я говорю, пацаны, где машина? Они говорят, да, она у нас за Житомиром там стоит в карьере. Я говорю, да как так? Ну, начинаю раскручивать. Подогнали фуру, которая экранирована листами свинцовыми, экраны. Они взяли на лебедочке, затянули фуру, экранировали, повезли себе. И пока она ехала в дороге, уже специалисты расковыряли, разобрали эту машину. Поэтому эта система хороша для дорогих, для быстрых автомобилей, для быстрого нахождения. Она обеспечит, конечно, богатых людей от того, чтобы угнали у них дорогой автомобиль, а простым людям все-таки нужно... Вот теперь я понял, почему, что имел в виду Константин Стогни, когда говорил, что в вопросах борьбы с угонами нужно бороться с системой, и во многом это зависит в том числе от государства. Спасибо за неожиданный взгляд на, казалось бы, привычные вещи.